4 марта на улице энтузиастов произошла авария. Барнаулец Дмитрий Мазалов и его супруга выехали из дома и почти сразу попали в небольшое ДТП. Мужчина утверждает, что за рулем была его жена, и неприятная ситуация должна была разрешиться мирным путем. Со вторым участником нам удалось решить проблему по европротоколу. На тот момент осталось договориться по нанесению ущерба по сумме. В это время, значит, подъехали сотрудники ДПС, которые, как они утверждают, двигались мимо. Супруга побежала за деньгами, тут-то и произошло взаимное недопонимание. В Главном управлении МВД по краю прокомментировали ситуацию. Когда на место аварии подъехал экипаж ГИБДД, Дмитрий начал оказывать сопротивление, в результате которого ему сломали руку. Когда сотрудники подъехали на место происшествия, выяснилось, что водитель одной из двух машин, попавших в ДТП, находился с видимыми признаками алкогольного опьянения. Есть свидетельские показания, которые показывают, что за рулем находился именно этот гражданин. При задержании он оказал активное сопротивление. Сотрудники были вынуждены применить физическую силу. В итоге 14 апреля суд вынес решение о неповиновении сотрудникам полиции. Дмитрия оштрафовали на 2000 рублей. Кроме того, в его крови действительно обнаружили алкоголь, поэтому на данный момент на рассмотрении суда находится еще один протокол по статье «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Необходимо отметить также то, что по данным ГИБДД с января 2022 года по настоящее время данный гражданин 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Адвокат Дмитрия считает, что даже если мужчина что-то нарушил, это не дает права сотрудникам ГИБДД ломать ему руку. Впереди у мужчины серьезная реабилитация. Ранее адвокат утверждал, что будут отстаивать свои права до конца. На сегодняшний день вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Елена Кузовкина, Александр Антропов. День с толком.